Зокрема, багато суперечок, багато дискусій в мережі стосовно цього відбувається. Чи справжній Путін там був, чи то його двійник їздив на поклони до Сі Цзіньпіна. Ну і, власне, знову ж таки цікаво, чи досяг того, що хотів, те, за чим їздив Путін до Сі Цзіньпіна. Тож, ваші думки з цього приводу? Ну, во-первых, я сказал так, что они никакой не диктатор. Я вообще смеюсь, когда его называют диктатором, потому что это смешной диктатор, да, потому что со Сталином его сравнить нельзя совершенно. С Си Цзиньпинем, кстати, его сравнить даже нельзя по уровню того, что он делает. Это был такой шестерка, валет, который ездил к начальнику своему, который ездил, вассал, который ездил в сюзерен. Вот, и вся эта поездка показала, что это был вассал к сюзерену. Мои партнеры по интернету, вот, в частности, генерал Свер считает абсолютно, что это был двойник, что это были такие смотрины в Китае двойника Путина. Вот, ну, тут можно поспорить. Я вообще считаю, что на самом деле, конечно, ездил Путин, но это не меняет, кстати, содержание визита. Путин выглядел как вассал. Китаю нужен был этот Путин. Среди, кстати, 130 делегаций, то есть он там потерялся, и хотя российские средства массовой информации надували щеки, говорили, что значимый визит, на самом деле ничего там значимого не было. Вот были анекдоты, кстати, потому что ему предоставили всего 10 минут выступления на пленарной сессии этого форума «Один путь, один пояс». Причем вот специально или не специально, но китайская принимающая сторона сделала так, что Путин, когда выступал, у него сзади был фон практически украинского флага. Да, то есть там был синий-желтый фон, и все заметили, что Путин выступал на фоне украинского флага, вот такого, как сейчас за вами, коллеги, находится. Вот. И все посмеялись, значит, и сказали, что... И вообще это гирлянда цветов, которая была перед ним, находилась. Mm-hmm. Такое впечатление, что он из гроба прям выступал, да, значит, такая, как типа с похорон со своих собственных. Вот. Ну, в общем, смешные такие детали были. Вот. Хотя он, так сказать, счастлив был, что постоянно Си Цзиньпин его держал по правую руку от себя, значит, так сказать, водил. И кто-то из моих коллег, комментаторов, сказал, что, значит, Путина Си Цзиньпин назначил любимой женой. Пане Сергію, знову ж таки, після зустрічі Путіна із Сі Цзіньпіном у мережі підняли питання стосовно стану здоров'я російського очільника. Власне, звернули увагу у мережі на те, що він знову ж таки кульгав. Ну і було помітно, що він дуже нервував, що він зустрічається із главою КНР. Які ваші думки, знову ж таки, з цього приводу? На вашу думку, в якому наразі стані здоров'я перебуває Путін? Ну, человек, похожий на Путина, в принципе, выглядел не так плохо, да, потому что и все-таки выдержал такой перелет сначала. Перед этим же он, кстати, был в Центральной Азии, значит, в Киргизии там, и так далее. То есть там, на самом деле, довольно большая поездка. Вот. Но тогда, когда он вышел в прессе после, так сказать, переговоров с Си Цзиньпинем, он выглядел, конечно, ужасно совершенно. Вот. Что было естественно, потому что даже если... Если исходить из того, что это настоящий Путин, 71 год человечку, да, и, значит, такие перелеты, такие длинные речи, такие длинные встречи, это все, конечно, есть очень объемно. И, кстати, этим объясняется, почему в обратную сторону, если это был настоящий Путин, он летел с пересадками, и люди не понимали, а зачем тогда надо было там в Перми проводить какую-то встречу, а вот для этого и надо было, потому что надо было просто отдохнуть, просто он бы не выдержал перелет сразу из Пекина в Москву. Вот. Ну, может быть, у них еще просто есть самолет плохой, он не может перелететь сразу из Пекина в Москву за один раз. Вот, а там, значит, была пересадка в Перми, потом еще была пересадка в Ростове. Вот, ну, в общем, такая большие поездки. Вот, но выход к прессе был, конечно, ужасный совершенно, потому что и выглядел он плохо. И такое впечатление, что его там побили перед этим выходом, потому что он выглядел как побитая собака. Блуждающий взгляд, не понимал, о чем он говорил. Наговорил там кучу всякой ерунды абсолютной, в частности, географической. Да, вот я уже это говорил, но поскольку на вашем канале зрители еще это не слышали, то повторю. Да, значит, он начал говорить о том, что Россия... Перед этим он говорил, что Россия вышла аж на шестое место
среди партнеров Китая. Ну, надо понимать, что внешняя торговля Китая – это 6 триллионов долларов, а Россия – это всего 200 миллиардов, то есть это 3,5%. То есть если Путин надувает щеки и говорит, что мы на шестом месте среди партнеров экономических Китая, но во внешней торговле Китая всего 3,5%, то надо понимать, почему Путин надувает щеки. И тут он вдруг начал говорить, что, вы знаете, вообще даже не на шестом месте, потому что там вот есть ближайшие его соседи по региону, по азиатскому, значит, и они типа не считаются, потому что, ну, всегда традиционно с соседями большая торговля, а Российская Федерация, как страна, которая не входит в этот регион, стоит аж на втором месте после Соединенных Штатов Америки. И я вам поясню, все, кто учил географию, знают, что у Российской Федерации 4000 километров совместной границы с Китаем. То есть как это Российская Федерация не входит в регион? То есть понимаете, да, какую ахинею несет этот человек? Пане Сергію, окремо я б хотів би, ну, дякую, що ви згадали про те, що зазначав Путін після, точніше, на так би мовити, такий прес-брифінгу цієї прес-конференції, умовній виступові. Говорив він і про Україну, і були певні меседжі, адресовані якраз таки Сполученим Штатам. Ось пригадайте його дивне формулювання і такий заклик забрати атакамси, забрати всю зброю і приїжджати їсти бліни з чаєм. Ну, тут хтось, ну, звичайно, тут можна безумовно усміхнутися на таку фразу, але якщо серйозно її розглянути, ось про з яким закликом звертався до Байдена, вочевидь, можемо припустити, Путін. Не просто ж так, він знову ж скільки разів говорив про червоні лінії, атакамс це були одні з факторів цих червоних ліній. Отже, проковтнув, червоні лінії вже стерті, знищені, і все-таки це, ну, конкретне звернення було, можливо, і в дещо комічному такому аспекті. Прошу. Да, вы у меня прям сняли с языка историю про красные линии, потому что действительно Российская Федерация не раз говорила про различные красные линии, удары по Крыму – красная линия, удары по Крымскому мосту – красная линия, поставки серьезных там, артиллерии – красная линия, поставки танков – красная линия, поставки самолетов – красная линия, поставки значит, ракет – красная линия, ну и сейчас атакамсы. Да? Причем американцы в этом смысле очень тонко играют с Российской Федерацией, потому что и это отвечает, кстати, на вопрос, вот в Украине у меня довольно часто спрашивают, а почему всего только 20 атак американцы передали? Так вот потому и передали, чтобы перешли их красную линию, но таким малым количеством, что отвечать как бы не на что, да, потому что, ну, не может же Путин ответить ядерным ударом на то, что, значит, американцы передали вам 20 атак. Вот. А вы этими 20 атакамсами сразу разбомбили два аэродрома с вертолетами, да, где там говорят до 14 единиц вертолетов было поражено. И у Путина ничего не оставалось, кроме как острить. И вы знаете, на самом деле это вот очень интересное было дело. Это совершенно правильно вы привлекли внимание наших зрителей и слушателей к этому моменту, потому что все, только острить ему остается. Значит, на блины давай приезжай, Байден. И если ты считаешь, что типа Украина победила, тогда забирай все вооружение и приезжай на блины. Это от бессилия. Вот Путин угрожает миру ядерным оружием от бессилия и острит от бессилия. Угу. До речі, ось ми досить таки багато говоримо і говорили цього тижня про наміри російської армії якраз таки атакувати на Авдіївському напрямку, від дуже багато техніки, дуже багато і дуже серйозні відбувалися удари, наші сили оборони їх стримують, але мені довелося чути таку думку, що якраз таки фактично команду взяти Авдіївку – це певною мірою для Путіна політичний хід. Поясню думку чому. Тому що зовсім скоро Путіну доведеться йти і знову ж таки перемагати на виборах, йти на черговий свій такий період правління на кремлівському престолі, але йому все одно потрібно показати бодай хоча б якусь невеличку, але перемогу. Тому що у намагання стримати українців на півдні України – це не перемога. Там якісь маленькі контратаки – це не перемога. І тут політичний аспект полягає в тому, що прийти і сказати росіянам, я йду знову на вибори, я ось переможець, і показати результат. А цього результату не відбувається. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
Я согласен с этим делом, но я думаю, что, вы знаете, вот атака Российской Федерации безуспешная на Авдеевку, она еще не была привязана к выборам, потому что до выборов еще далеко. Она была привязана, с моей точки зрения, к этой поездке в Китай. Путину нужно было обязательно показать на международной арене, самое главное, своему главному начальнику Си Цзиньпиню, что российская армия способна что-то там сделать. И это, конечно, было очень большое поражение путинское, потому что мы можем даже сказать, что вот вы сказали просто оценку, что большие потери, там ужасные потери. Там каждый день таких потерь в живой силе, там больше 1000 человек в день за последние 3 дня, там, или за последние 4 дня, когда там по сотни единиц боевой техники терялись на этом направлении. Это такого давно не было, в общем. И, конечно, это было огромное поражение для Путина, прежде всего, именно во время этого визита в Китай. Ну, а дальше, я согласен с вами, что ему понятно просто было, что это была последняя возможность осенняя, потому что сейчас начинается распутиться. Сейчас идут дожди, сейчас размоют всю землю, уже никакого наступления организовать нельзя будет. Кстати, не только россиянам, но это будет и проблема для украинской стороны. Вот. Но дальше уже в марте месяце выборы, и действительно нечего показать. Вот. Тем более, что на этой неделе, кстати, украинские вооруженные силы совершили прорыв еще на юге, в районе Херсона, где закрепились на плацдарме на левом берегу Днепра. И похоже, там, в общем, такой, ну, это, конечно, на уровне диверсионных групп, но уже расширено, расширяется этот плацдарм, который открывает дорогу дальше на южное направление в сторону Крыма. И это тоже очень неприятно было Путину услышать именно на этой неделе. Поэтому, кстати, может быть, он и прибежал в Ростов быстренько спасать или там требовать от Герасимова топать ножками и говорить, что там происходит. От, до речі, про це хотіла б також детальніше поговорити. Дійсно, після повідомлень про те, що українські війська форсували річку Дніпро на півдні Херсонщини, Путін завітав до Ростову і зустрівся із Герасимовим. Тож, на вашу думку, про що там йшлося у зустрічі з ним? Ну, я так думаю, что это как раз был разгон, потому что он ожидал, что будут большие победы в районе Авдеевки во время китайского визита, а ничего не получилось, получился наоборот разгром, и ему пришлось туда приехать, чтобы устраивать этот разгром на месте, устраивать Герасимову выволочку. Вот другого смысла этой поездки я вообще не вижу. Пане Сергію, допоки відбувався візит Путіна до Китаю, ще паралельно тривав один візит, дещо іншого масштабу для країни-агресорки, але висвітлювався він дуже і дуже активно. Це, очевидь, ви зрозуміли, так, Лаврова якраз до Північної Кореї. Можемо одразу пригадати, коли просто зігнали натовп людей, які під дощем зустрічали Лаврова. Ну, це окремо. І знаєте, я ще згадав, коли пропагандистка Скабєєва робила пряме ввімкнення, значить, звідти, здається, якийсь готель, і вона раділа з того, що повідомляла, каже, уявіть, тут є інтернет, так, це все там вигадки, що тут немає інтернету. Тут ось таке досягнення в 21 столітті, що є інтернет. Оцініть, будь ласка, цей візит, знову ж таки, неодноразово, ось впродовж останніх півроку, а Лавров досить часто відвідує якраз Північну Корею, багато ми говорили, знову ж таки, аналізували можливості постачання від Північної Кореї боєприпасів. Знову ж таки, були різні згадки від аналітиків, які аналізували супутникові знімки, скупчення ось тих вагонів, які фактично стоять. Але менше з тим, Північна Корея, ну, даруйте за таке формулювання, навряд чи відсипала якихось боєприпасів без узгодження з тим таки Китай. Ну, Китай, конечно, дал свое разрешение, это понятно совершенно, потому что Китай не только является руководителем Российской Федерации, но и, безусловно, Северной Кореи. Без Китая Северная Корея вообще не может существовать. Это с самого начала, с 1953 года, кстати, и война-то, в общем-то, так сказать, Северная Корея смогла, по крайней мере, отвоевать то, что было завоевано Соединенными Штатами в то время под флагом ООН только с помощью Китая. Вот. И, безусловно, Китай отмашку свою дает, к сожалению, кстати, не только для Северной Кореи, но и для первого импорта в Российскую Федерацию компонентов электронных, которые Россия не может производить. Вот. Но сам визит, я считаю, что это
очень большая ошибка путинской дипломатии, потому что Северная Корея находится официально под санкциями Организации Объединенных Наций. Китай, кстати, это ослабевает позицию Китая, вот этот визит, потому что Китай всегда настаивает на том, что соблюдать хартию ООН, соблюдать устав ООН, вот, а этот визит нарушает санкции ООН, Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Вот. Ну и плюс Лавров, откровенно говоря, наговорил там всякой ерунды, которая тоже для нас очень хороша, потому что вот до этого, значит, Российская Федерация и путинский режим всегда призывал россиян ездить во время оккупированный Крым отдыхать, да, значит, таким образом поддерживать экономику оккупационных властей Крыма. А Лавров сказал, что, значит, россиян призвал ехать теперь отдыхать в Северную Корею. А, спочатку діти, я перепрошую, спочатку діти, організовано і бюджетники. Да, да, и бюджетники, да. И таким образом, я считаю, что это вообще нарушение всей субординации Российской Федерации, потому что как же так? Это значит, вместо того, чтобы ввести свои деньги в Крым, теперь, значит, надо будет ввести их в Северную Корею, поддерживать какую-то непонятную Северную Корею. Ну, а про интернет это очень интересно, потому что, на самом деле, туда туристы все-таки какие-то ездили, очень мало, но ездили. И они рассказывали, что вот как только вы приезжаете в на первую станцию железнодорожную северокорейскую, как только вы пересекаете границу, первое, что у вас происходит, там у вас отбирают смартфон и телефон. И то есть про интернет, про который рассказывал Скобеевой, там я так понимаю, что станцию спутниковую привезли сами россияне, поставили для Скобеевой, чтобы она могла сказать, что вот у них там есть интернет. Ну и, может быть, Ким Чен Ыну, вот непосредственно ему, там есть только одна станция, и у этой станции один, значит, пользователь Ким Чен Ын, ну, может, его сестра там еще пользуется, может быть, там министр иностранных дел, и вот Скобеева вот подключили на время ее присутствия в Пхеньяне. Пане Сергію, я б хотів би з вами ще поговорити про ті внутрішні процеси в Російській Федерації, які відбуваються, або ж навпаки, зараз на паузі. Зараз поясню, чому і про що саме. Ми пам'ятаємо, як активно впливав на певні рішення, як і військові, так і політичні, той такий Пригожин. Багато, звичайно, розмов було після того, що сталося з його літаком. Потім досить активно говорили про хворобу Кадирова. Знову ж таки, і міркували, що може відбутися в разі його смерті. Ось чи можемо ми сказати, що якісь внутрішні перипетії зараз вони на паузі? Чи просто про них менше почали говорити? І про які фактори, ось такі, які могли повпливати на внутрішню політику, на оточення Путіна, все ж їх не варто, як то кажуть, списувати і знімати з рахунків? Ну, Путін сам поставив точку в історії з Пригожиним, да, коли він практично об'яснив, дав описальну позицію Российской Федерации, когда он сказал, что ему председатель Следственного комитета Бастрыкин доложил, что, значит, то, что произошло на борту пригожинского самолета, это их внутренняя разборка, они там играли с гранатами, значит, сами себя взорвали, и Путин намекнул, что все это дело было либо в подпитии, либо даже в наркотическом дурмане, потому что когда был обыск у Пригожина 23-24 июня, там у него обнаружили 5 килограмм кокаина. По этому поводу, кстати, было тоже идиотское заявление Путина, потому что если бы он такое сказал, то дальше надо было сказать, что возбуждено уголовное дело. И получается, им не только, Пригожину не только вернули 10 миллиардов рублей, которые там нашли у него во время обыска, но получается, что ему вернули 5 килограммов кокаина. Mm-hmm. То есть таким образом Путин, как президент Российской Федерации, признал, что юстиция и правоохранительные органы нарушают, значит, уголовный кодекс и способствует тому, что по Российской Федерации циркулируют килограммами такие наркотики. Вот. Ну а с Кадыровым, да, действительно пауза возникла, потому что ну, боялись, что у него он умирает там. На самом деле у него действительно серьезные были проблемы со здоровьем. Скорее всего, ему делали там какой-то гемодиализ в ЦКБ. Вот. Но, значит, выкарабкался он временно. Сделал, значит, заявления громкие внутри Чечни, наградил званием Героя России своего собственного сопливого сына, который избил
в нарушение, опять же, Уголовного кодекса Российской Федерации беззащитного последственного в СИЗО, и ни один российский правоохранительный орган, ни Следственный комитет, ни Генеральная прокуратура, ни Министерство юстиции ни на что на это не отреагировали. Даже Путин принял Кадырова в Кремле. И, так сказать, было подозрение, что это была консерва, конечно, а не прямое включение. Но, тем не менее, создалось впечатление, что Путин бы все это дело подтвердил. Да, Кадыров пока что вернулся. И, в общем, на самом деле пошли разговоры, что Путин больше выступает за защиту прав мусульман в Российской Федерации и Китая, чем настоящих русских, таких вот националистов. На что, естественно, русские националисты все обиделись, и русские фашисты обиделись на Путина. Почули, пане Сергію, дякуємо. Дякуємо вам. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, Сергій Жирнов, колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії, був з нами на зв'язку. На все добре.